Третий раз я включил. То есть тут видно, куда мы направляем камеру. И пультик переходит в режим ожидания. Ну это правильно, что аккумулятор тратить зазря. Надо — включим, не надо — не включим. Но в результате опыта тут возникает уже понимание, что угол обзора у камеры довольно-таки большой, какую там вы выставляете. И главное просто навести более-менее прямо на этот объект, и он у вас будет в центре. Я пошел на третий круг. Моя задача опробовать камеру в различных вариантах. Вот с GoPro я так особо не мог бы сделать. Направлять, куда-то лезть. Так. Видите, как грибок выел середину дерева. Вот оно. Все выелось, поэтому его и срубали. Важно помнить, что быстро камерой не водить. Все должно делаться плавно. Без каких-то резких встрясок. И тогда будет нормально. Сегодня я уезжаю поездом до Москвы. Завтра с Москвы улетаю на Афон. Ну и там пробуду 2 недели. Вот как раз я пробую эту камеру, чтобы съемки были более качественные. Насколько они могут быть более качественны, чем GoPro Hero 3 Plus. Возможно, что-то и сниму 4К, особо красивые виды. Все это сразу же сброшу на компьютер. Вот. И думаю, что будет у меня масса такого интересного, красивого материала. Так, идем. Ага, вон знакомый с собачкой. С собачкой, по-моему, он курит. Вот занимается и курит. Одну перечеркивает. Другое созидает. Вот такие вещи. Добро здоровится. Да.
Вот. Дом природы. Кстати, сколько тут у нас лепездычества. Батарейка и ничуть не разряжена. Удивительно. То есть хорошо она держит. Ну, техника новая сама по себе. Это хорошо. Это хорошо. Это у нас третий круг оканчивается. Третий круг оканчивается. Так, что тут у нас? У нас тут... Активность, круг активности. Пройден. Да что ты будешь делать? Круг активности. Цель достигнута. Но это третий круг. Я делаю еще два. Чтобы потом была... Ну, достаточно нагрузка. Рыбачок гарпун свой кидает. Так, сейчас мы... О, батарейка полная, ё-моё. А вот писать что-то тут он показывает. А, это пишем мы. 8 минут 50 на секунду, то есть показывает. Сейчас мы опять выключим. Как это сделать? Так сначала. То есть одно нажатие. Идет связь с камерой. То есть очень хорошо, видите, зазря ничего не тратится. То есть связалась, показала, а потом мы на нее